«Мой мир в красках» – так называется социальный проект, в рамках которого проходит выставка детских творческих работ. Экспозиция находится в Кафедральном соборе и продлится до 12 июля. Уникальность этой выставки в том, что работы рисовали дети с инвалидностью. Помогали им в этом волонтеры и ученики детской школы искусств. У нас уже здесь проходит второй раз выставка «Мой мир в красках» совместно с художественной школой и собором. Подобралась замечательная команда, ребята всегда довольны и с чистым сердцем и душой приходят в собор. И хорошо, что предоставляют такую возможность показывать наши таланты. Все краски нашей души. Использование арт-терапии в работе с особенными детьми помогает развить мелкую моторику, творчество и воображение, создает эмоционально положительный настрой, доставляет ребятам множество положительных эмоций. По словам протоиерея Алексия, в каждой работе присутствует частичка души. Посмотрите на работы, и можно увидеть, что эти работы подчеркивают, насколько человек полноценен в Боге. Когда Бог восполняет все, все человеческое восполняет божественное. Казалось бы, ребенок, который не может поступить в какой-нибудь институт, не может занять какую-нибудь должность или трудиться полноценно в жизни, а посмотришь на эти работы и видишь, а ведь здесь полнота. Полнота жизни. Такая совместная работа помогает создать более инклюзивное и дружелюбное окружение для детей с инвалидностью. Кроме того, ребята начинают чувствовать себя увереннее, у них лучше развиваются моторные навыки и координация, а также их творческий потенциал. Важно помнить, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода. Кстати, любую из работ можно купить, сделав таким образом пожертвование. Все средства будут направлены на приобретение новых мольбертов. С такой педагогической, дружеской и материальной поддержкой ребята будут творить и дальше. Но в конце мероприятия ребята получили вкусные и приятные подарки.